Олег Георгиевич Кон, главный тренер футбольного клуба «Арсенал». Ваш вопрос. Олег Георгиевич, ну какие-то слова к предстоящему матчу. Не думайте, что это будет какое-то столкновение двух философий, атакующей и оборонительной? Трудно сказать. Банан Кирич давно в футболе и знает все практически, как играть. Должна его команда и в отборе, и в атаке. Вот. Поэтому, да, может быть, мы играем, желаем играть атакующий футбол, но все равно мы за сбалансированность. То есть у нас атакующий потенциал должен соответствовать и потенциалу игре в отборе мяча. Поэтому, конечно, я думаю, что здесь не надо говорить про какие-то системы игры. У каждого тренера просто свое видение. Вот. А, кстати, а вот как оцените игру обороны в прошлом матче? Денисов, может быть, опорная зона Кадири? Ну, если мы сыграли и не пропустили, то значит вся команда, линия защиты, отдельные футболисты сыграли достаточно неплохо. Конечно, есть на чем еще работать. А что ситуация какая с травмированным? Как чувствует себя Беляев? Беляев еще работает с тренером по реабилитации. Будем его планировать сегодня на первую часть тренировки. Вот. А далее уже все будет зависеть от дальнейшей работы с тренером по физической подготовке сегодня. У нас еще есть два дня. Считай, что подруги. А Углин Кожевич готов уже функционально? Да. Он работает с нами, тренируется, да, подходит к своей оптимальной форме. Конечно, рассчитываем. Олег Георгиевич, характер тренировочного процесса при графике двух домашних матчей подряд отличается от графика дома и на выезде? Да нет, абсолютно. Тренируемся так же, как и всегда. И здесь все зависит от сколько дней от игры к игре. И от этого зависит степень нагрузки. Спасибо. Спасибо.